сторону озера. И во время плавания он заснул. На озеро поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они не могли, и они подвергались опасности. И они, подойдя, разбудили его и сказали: «Наставник, мы погибаем!» Он встал, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Вы знаете, я много думал, и Бог дал мне откровение, я хочу сегодня поделиться. Вы знаете, мне интересно, где вера? Господь, какая вера? Мы мокрые, мы грязные, мы гребли, мы кричали, мы молились: «Господь, какая вера?» Не-не, вера вот что. Он сказал: «Мы, то есть я, и все мы переправимся на ту сторону». И все, и пошел спать. И если бы ученики были немножко мудрее, они сказали: «Подожди, стоп». Я себе сказал по-другому.